Доброе утро. Сегодня, на сегодняшний час на территории республики действует 50 пожаров, из них тушатся 15. За сутки локализовано 6 пожаров, ликвидировано 5. К сожалению, вновь обнаружено 12 пожаров. На этих пожарах работает 1247 человек, 107 единиц техники. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки и передислокации личного состава на территории республики привлекались 12 воздушных судов. Также работала авиация по сбросу воды. Было совершено 38 сбросов, это более 300 тонн воды. Передислокация была совершена 221 человек. Работы по тушению пожаров продолжаются в 8 районах. Это Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Мирнинский, Тампонский, Усть-Майский и Чурапчинский. Угроз населенным пунктам и объектам экономики на сегодняшний час не отмечается.